Отойду буквально на 2 минутки. Угу. И что же, новая голова в пещере. Ура! Ой, долго мы сюда добирались. Пока что напарника, так сказать, со мной нету. Решил куда-то смыться. Но ничего, скоро придет. Вот о какой пещере он говорил. Это такой... лодка, на которой сбежала та женщина. Да, это мне нравится. Этот Ирвин сказал, типа, разгадка тебя ждет в пещере. Он такой, о, вот об этой пещере он говорит, как они вообще ее нашли. Значит, вы двое всерьез настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл, но и в проекте Ура Борос. Отговорить мне вас не удастся, я понял. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа об отходе. И выбить для вас подкрепление. Главное, оставайтесь в живых. Будем стараться, так уж и быть. Как бы... это в наших интересах, блин. Бай-бай! Человек отправляется в лучший мир. Ну, по крайней мере, хотя бы будет жить. Уже ничего. У него же нету бесконечных жизней, от смерти которых теряется только количество очков. У меня, кстати, новый дробовик. Совершенно не знаю, лучше он или нет, но он больше. Ирвин назвал имя. Эксела. Ты знаешь, кто это? Так зовут директора африканского отделения Трисел. Ты думаешь, она как-то связана с Ирвином? Возможно, но у меня нет доказательств. Трисел, если связь и правда есть, что это значит для Африки? Не знаю. Но если мы пойдем дальше, обязательно выясним. Верно, пойдем. Да, совершенно верно, поэтому мы и пойдем дальше. Черт, я не это хотел сделать, я хотел дать ему ненужную гранату, чтобы она мне не мешалась. В принципе, конечно же, ненужные гранаты помогают нам. В некоторых случаях. Но также во многих случаях не помогают. Так, что я хотел? Осмотреть. Ключи от лодки, да. Благополучно кто-то стырил, к сожалению. Эй, ну я же не могу бесконечно развлекать народ. Я пойду развлекаться сам. В таком случае, так, здесь ничего нет. Вроде нет. Вроде бы ничего не блестит. Да. Блин. Кажется, помню фигню. Мне страшно. Ё-моё. Так, сколько? Троих убил, еще один вроде бы. Где ты, сволочь? Я расправлюсь с тобой как... не знаю с чем. Не прячься. Ты не сможешь... сопротивляться смерти вечно. О, черт побери! Я причем не могу его... я не могу его стряхнуть. Ничего себе. Но он вроде немного отнимает. Неплохо. Так, хорошо. Ну, даже не знаю, судя по музыке... вроде бы они закончились. Вроде бы в огороде. А, черт, еще одни. А, нет, мои патроны. О-о-о. Так-то лучше. Эх, вот было бы здорово, если бы я такой нашел бы эту штуку. И не дал бы ему. Было бы забавно. Не понял. Че, все? Сколько было? Трое или четверо? Непонятно. Не нравится мне все это. А, все, сдох. Странные твари. Воистину непонятные и странные твари. Я причем их вообще не помню. А, ну правильно, ведь... я же здесь с Пашкой не играл, даже еще раньше. А значит, я их видел в последний раз очень давно. Когда еще проходил с Максимом. Точняк.
И это все. О! 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 Неплохо. Что-то он как-то не слабо так отошел на 2 минутки, по-моему. А-а-а! Да. Ой, не люблю я все это, мне это не нравится! Ё-моё! Да, сволочи! Я, главное, ничего не могу сделать. Вообще ничего не могу сделать. Не хочу ничего сбрасывать, я хочу сам сброситься. Твари. Не понял. Все? Финита ля комедия. Ну, неплохо. Особенно учитывая, что один из них съел какие-то патроны когда-то давно. Ну, вернее, не какие-то, а мои. Блин, вы задолбали. Они все падают и падают. О, и еще некие патроны. И опять они мои. Я в шоке. Я просто в глубоком... Нет, вообще-то я в шоке в основном из-за того, что эта тварь опять спрыгнула сюда. Они когда-нибудь вообще кончатся или как? Я... Блин. Я не вижу, правда, что-нибудь упало из него или нет. Но если нет, то... И хрен с ним. В смысле, если да, то и тем более хрен с ним. Одно из двух. Maybe... Да. Еще что-то? Это что такое вообще? Я должен выстрелить. Я должен выстрелить. Ну, не обязательно стрелять, я думаю, что можно и так сделать. Ну, опять же, все готово. И это я могу открыть только с ним. Шева. Ладно. Да, вот вирус Т. Вероника, это, кстати, интересно. Это есть прям такая игра, по-моему. Вот этого, кстати, я уже не видел. Ну вот, тем более. Здесь, по-моему, очень много всяких драгоценностей. Все эти заброшенные безумные города. Ну, ага, круто. Чекпоинт. Ну, может быть, не чекпоинт, но сейф. Я не знала, что здесь есть такое место. Да никто не знал. Похоже, тут недавно кто-то был. Давай, давай. Надеюсь, Ирвин говорил правду. Не на ту кнопку нажал. Здесь мы найдем ответы. Давай. Окей. Угу. Ну да, нормально. А, погоди, что и патроны? Или я их просто раньше взял? Я забыл уже. Ничего, не помню. Главное, что здесь происходит. Я вообще уже видел каких-то новых совершенно врагов без тебя тут. Пауков таких мерзких. Нет, вот этого я пока не видел. Но я помню, последнее, что так, я... Слушай, вот эта тварь... Когда мы плыли сюда, заплывали они. Я вот убил ее, я не знаю, что это была за тварь. Так, у нас, да, у нас, видимо, нет совсем другого пути, только туда. Смотри, кстати, какие забавные эти висят. О, господи, кстати, никогда не обращал на них внимания. Да, какие-то антимумии, не иначе. Да, еще учитывая то, что у них гвоздей полно. Вот я, собственно, наверное, про такие места и говорил, когда имел в виду... Тьфу, в смысле, имел в виду, когда говорил. Идите смотреть. Да. Ну, как-то, знаешь, я думаю, хотя бы будет по 500 их в каждом этом. Ну, нет, только по сотненьке. Ну да, это не есть. Зато вот смотри, вот здесь такие вот изумрунчики спрятаны. Изумрунчики. Что съел, какой съел. Какого? Чекпоинт, это плохо, потому что что-то будет. А, кстати, даже знаю, что будет. Один из нас упадет. Кто сейчас пойдет по мосту, тот упадет. Почему у меня нет места? Ага, ну да. Давай. Это я тебе дал эту дурацкую гранату. Хочешь, я ее заберу обратно? Дай гранату. О, мои эти? Ха. Как-то так. Угу. Хочешь падать? Ну, как хочешь. А ты хотел это сделать сам? Не знаю, я просто думал, мы обсудим это. А, окей. Я не ожидал, что мы настолько сейчас... О, чёрт.
Бухгиры. Ну или не падать, я даже не знаю. Короче, кстати, ты мог так пойти, да? Да, по-моему, да. Я не знаю, что дальше делать. Видимо, я прыгаю вниз. Да. Это же хорошо как раз, если что, я сверху у тебя. Ну, мы, по-моему, оба сейчас огребем. Скажи, если у тебя там какие-нибудь нападения. Там... Ну, у меня полно народу. У меня нет никого. Стоит, я тебя ни слова не слышу, что ты говоришь. Музыка оглушает. Я говорю, вижу народ, он стоит. Кто-то по мне стреляет, очень жестоко. Идет по мне, это стреляю я. Не, что-то прям взорвалось такое. О боже. У меня же как раз есть такая граната хорошая. А, ты он пришел к тебе, да, этот чудак? Ага, все. Его больше нет. Кстати, я тебя вижу. И видишь, что по мне стреляет? Да. Сейчас, я его убил, кажется. Ну, знаешь, какой? Я тебя вижу, но... Могу понять, как мне к тебе дойти. А никак, мы сейчас идем куда-то вперед и как-то там встретимся. Нет, подожди, я могу к тебе дойти. Уё! Изыди от меня, мерзкая сволочь! Да, охренеть. Да, это было весело. Читая то, что тут сидело, сколько их? Раз, два, три, четыре человека со щитами. Да. Ну что же в самом деле? Ну, в этот раз все гораздо удачнее. Сейчас, я так понимаю, ко мне еще должны прийти, нет? Да. У меня нет места, у меня патроны для автомата, патроны для... Готово. А, черт! Кто по мне выстрелил только что? Вот этого я не могу знать. Поскольку я вообще никого не вижу. Кто-то сверху. Сверху, сверху. Нет. А-а-а! Вот он. Опять же, я, как всегда, не успел. Извини. Я просто очень. Давай, за мной пойдем. Сейчас, здесь, я думаю, просто есть вот этот вот. Желтый камень. Красная трава. Она, кстати, мне да и тебе может пригодиться. Может, даже тебе лучше. Ну, теперь мне лучше. Значит, держи эту хрень. Я сейчас попробую взять траву. Соединить траву. Что-то у меня очень много до дробовика патронов. Прям кошмар какой-то. Надо срочно пойдем сюда. Двоих. Сюда пойдем. Угу, иду, стараюсь. А, я понял, к чему ты. Клонишь. Денежки. Что-то больше здесь ничего еще. Нет. А, что? Так, нету. Исчезло, значит. Были патроны от этого. Ну, от автомата я добил как уж. Да, они со временем исчезают. Ага, ага. Слушай, я еще нашел. Всяких вещей, ну ты видел. Ну, ты нашел там, где мы с тобой были? Ну, почти. Нет, ну, как бы, да, как бы. Я не знаю, нашел. Понятно. Подожди, а куда нам идти теперь? Я вроде иду как раз туда, куда надо, да, точно. Вот куда надо, вот куда. Зато я, походу, не иду. Стоп. Ты вообще никуда не идешь. Вижу один саркофаг. Давай! Шева, давай! Давай, стоп, давай, Шева, бегом! Так, все, я понял. Да, обойти кругом. Бегу. Отлично. Да. Что-то... Охренеть. А я, кстати, нажимал на F, почему я не приземлился ни хрена? Я не знаю. Вот это твои. Да, я о них рассказываю. Охрененно.
Так, я, кажется, понял, что я хочу сделать. Я хочу заныкаться вот сюда. Сзади, так. Сейчас. Фу, это не то. Какой хороший камушек. Сдохли, гады. Что, что? А, мы типа всех убили. Всех убили, там... Здесь вообще много, много всяких ловушек, кстати, я слушай, помню. Типа появляются вообще, они не пойми откуда эти же черти тоже. Или, или они у нас за спиной просто появились. Не знаю. Что это красное было? Кстати, что вот это за чел с горящими хренью? Не знаю, но я его пытаюсь убить. Слушай, я вообще его, по-моему, не видел никогда такого. Причем он, кстати, очень такой достаточно... На помощь мне, пожалуйста, на С, на В, на что-то там мне на помощь. Он сейчас опять на меня прыгнет. Я просто выйду, я ему подставляюсь. Ну, вроде более-менее как... Ну, это было весело, и... да. Не, я все еще не трачу дурацкий дробовик, который надо тратить налево и направо. И тем более весело, поскольку я тут... впервые. О, еще один камушек, отлично. Ай, черт, какие-то патроны исчезли, по-моему, только что. Ну, хрен с ними. Я, кстати, собрал уже и камни только. Да, все. Теперь буду изо всех сил стараться ходить с этим гребаным дробовиком. В них ты можешь очень стараться. Так, мне не нравится, потому что они стреляют. Тем более взрывающимися. Неплохая идея. Если не сказать хорошая. Слушай, я помню это место. И оно мне не нравится. Ну, судя, знаешь, что мы находимся прямо в самом центре, это уже не гуд. Там твои, да, ты видел. Сейчас, давай пособираем еще, что здесь есть. Потому что, да, еще и чекпоинт. Чекпоинт это гуд. Здесь какой-то есть такой прикол. То, что ты куда-то зашел. Ну вот да, я именно про этот прикол и говорил. Так. По-моему, если мы сейчас пойдем в центр, то мы спасемся. Вот, но... но есть шанс, что мы можем собрать все эти патроны, блин. Смотри, как будто это мне это не прикатало. Ну, я думаю, меня действительно скоро прикатает. Я вообще не вижу, что происходит, на самом деле. На виду сзади. Пом-пом-пом. Шипись, у меня огонь сразу. Да, пошел. Это такое дело. Пошли вертить штуку по центру. Не-не-не, пошли. Не знаю, правда, как, чтобы не умереть. Они еще и взрываются. Черт. Нормально, как раз поровну. Все, я верчу, я кручу. Эй, ты куда побежал? Ты там умрешь. Давай. Не знаю, правда, что мы делаем. Но что-то мы явно делаем. Там, да, там переобразуется, по-моему, дырка все. А, нет. Выход, тупо выход. Через весь этот ужас. Кошмар. Они же будут взрываться, да? Черт. Я чего, знаешь, прям удачно под него попал. Они, по-моему, даже видно, когда они скоро взорвутся, они. Блин! А это вот я четко действительно тоже под него попал. Так, я не понял. Погоди. Это было на время? Да. Это же издевательство. Куда ты и туда сбежал, мне кажется, и ты просто типа так там ходишь. Шеву, я сдохла. Ну, а ничего. Да. Думаешь? Ага. Сейчас закрутим, а они потом попадают, и нормально. Пока они только начнут падать, мы как раз то пройдем.
Ну, знаешь, я не думаю, что так удастся, потому что именно как только мы туда подаем... Ну не сейчас. Да, да, там будет, я понимаю, ролик, но... А ролика не будет, видишь, они тупо попадали, и все. Бина. Так, так. Видишь, какой я крутой? Понятно. Я стал только мне туда пойти. Ты там мои патроны взял, а я твои, наоборот, не беру. А может, это, кстати... А, понятно. То есть они исчезли даже еще? Да, конечно. От того, что ты присел туда. Угу. А мы поначалу тупо бегали, собирали патроны. Ну, я не знал, я забыл, это давно было. Так, все, давай меняться. А, и тут еще одна. Спасибо. Не нужны понял. Патроны. Окей. Все, будет. Да, у меня, блин, все перезаряжено. Что-то патронов слишком много вообще. Особенно для дробовика. Обойма у него, конечно, маленькая. Ну хотя 15-10, что, не так уж она и меньше. Но как-то чувствуется. Ну, учитывая то, что ты одной палкой бьешь, конечно. Ну, я редко с ней хожу. Так, я помню, что есть куча всяких и ловушек, и секретов, и всего. Вот про вот этот вот костер внизу, то есть не костер, а ковер. Так, что-то как-то вот эту фигню подбить нельзя. Вот я вот про него как раз хотел сказать. Слушай, сейчас что-то надо будет жать, да? Живи, только... это ты упал или я? По-моему, мы оба. Я слышал Крис, но мне написали, вы погибли. Я не помню, с кем мы это делали, возможно, с Максимом, но это, короче, боль. Особенно вот это быстрое нажатие кнопки. Я же не умею быстро кнопки нажимать вообще. Прыжок. Да, Шева!